Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что девушка начал оказывать знаки внимания и одногруппнику. Сначала смотрел на нее, вот, потом говорил ласковые слова, когда она спросила, почему он на нее смотрит. Потом подписался на нее в одной из социальных сетей. А дальше, продолжал делать комплименты. Вот, но после практически обесценил все свои слова. Вот, фразы о том, что он просто пошутил. Соответственно. Автор вопроса спрашивает, что это значит, и просит нас помочь ей разобраться. Ну, лично я думаю, как мне кажется, да, что ситуация здесь довольно проста в этом смысле. Вот. То есть я думаю, что, что молодой человек, да, он вот просто хочет проявить к вам симпатию, да, но вот не очень он хорошо знает, как себя вот, ну, в этой вот такой, ну, в такой вот ситуации вести. Вот, не очень он понимает, что ему нужно делать вообще. Вот, и, соответственно, он испытывает неуверенность. Собственно говоря, именно неуверенность дает такую, ну, такую вот тенденцию, чтобы обесценивать, вот, ну, как бы обесценивать, ну, ситуацию, то есть, обесценивать вот, ну, свою собственную модель, свою собственную модель поведения. Вот. И, соответственно, я бы как бы, больше обратил бы ваше внимание на то, как вы сами реагируете на ситуацию, как вы сами реагируете на, вот, собственно, молодого человека, да, вот, то есть, как бы, ну, как вам, нравится ли вам то, что, ну, как бы, вот, то, что он делает, то, как он вот проявляет себя, ну, как бы, к вам или нет, да, то есть вот, на это я бы вот, ну, обратил бы внимание, вот, в первую очередь, как мне кажется, да, на это бы обратил внимание. И, соответственно, уже дальше я бы, ну, опирался бы на себя, вот, как бы, ну, вот, ну, в этой ситуации, да, то есть, вот, то, как вот вы сами бы хотели
действовать, да, то есть, ну, как бы, ну, вот как вам хочется, да, то есть вам хочется вот как-то, ну, ну, проявить себя, вот, или нет. То есть одно дело, если хочется, да, и другое дело, если нет. Вот. То есть, как бы, смотрите, здесь в этом смысле больше на себя, на свои чувства, на свое отношение к человеку. Вот. Конечно, на мой взгляд, вы начали взаимодействовать не с лучших аспектов, да, то есть вы как-то вот больше делаете упор во взаимодействии на интимную сторону, и это, в принципе, ну, может вот вас как-то вот, ну, привести к не совсем хорошему, не совсем адекватному поведению. То есть вы можете как-то вот, ну, разочароваться, например, можете. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, это вот, ну, довольно такая негативная история. Поэтому, если вам, ну, вот, самой, да, что-то не нравится, да, если вас самой вот как-то что-то не устраивает, вот, то, на мой взгляд, лучше, если вы сразу об этом скажете, и лучше, если вы сразу поставите человека в известность, об этом не будете как бы вот, ну, терпеть что-то. Вот, и, соответственно, я думаю, что вот в таком ключе вам можно, ну, ответить на вопрос, да, вот, на мой, по крайней мере, взгляд. И, соответственно, вот, если вы, например, чувствуете неуверенность в себе, если вы чувствуете сомнения, да, если вы чувствуете страх или что-то вроде того, вот, то с этим, ну, можно и нужно поработать. Вот. Вот такой аспект я бы вам бы здесь озвучил, да? То есть вам бы, то есть как бы, ну, вам недостаточно будет, что мы просто как-то вот, ну, охарактеризуем поведение молодого человека, да, вот. Вам этого будет мало, потому что, ну, как бы вот, себе доверять вам вот в этом смысле все равно будет, ну, тяжело, в этом смысле вам все равно будет себе доверять. Вот. Поэтому я бы здесь обратил внимание именно вот на то, что сказал. Вот. Потому что, ну, как бы вот, в этом смысле вы очень много можете думать, да, в этом смысле вы очень много можете гадать, да, но толку от этого, в общем, в целом будет, ну, довольно мало. Вот такая история. На этом все. Я надеюсь, что вам было полезным то, что я рассказал. Надеюсь, что вам было интересным то, что я озвучил. Я буду вам, ну, как бы, благодарен за обратную связь по моему
Ответ это позволит вам начать работу над собой, вот. А вы большая молодец, что начали об этом говорить, да, большая молодец, что вы озвучили то, что вас беспокоит, не остались как бы наедине с этим, вот. Желаю вам всего самого доброго.